Задача сегодня сделать так, чтобы наше население получило грамотную, качественную, профессиональную услугу, чтобы дети получили определенные новые навыки, компетенции, какие-то знания, чтобы им было хорошо, чтобы им было тепло, чтобы им понравилось, чтобы им было весело, чтобы они любили тех вожатых, которые будут с ними работать, чтобы они хотели снова и снова вернуться в те учреждения, в те лагеря, куда их отправили их родители. А родители были спокойны.